Да, вот-вот. Начнется запись. Очень надеюсь, что она начнется. Но... Вроде идет. Всем привет! С вами Джага. Мы продолжаем играть. Goodbye, Deponia. Вроде как. Продолжаем. Ну, запись вроде идет. Значит, все нормально. Что? Охранник ушел с двери. Они отстреливаются от атаки органонцев, которой на самом деле нету. Ну, наверное, надо зайти в дверь. Чтобы узнать, кто... Тот самый новый генерал повстанцев. Хотя я думал, что это Додо. Но на самом деле это... А? Док? Что здесь случилось? Все какие-то... Черные, чернее ночи, цвета... Чего? Цвета... Света цвета. Что? Ну, неважно. Так ты что выпил? Оставь его. Тони? Значит, теперь ты здесь главная? Не совсем. Тогда кто тут главный? Вообще-то я. Тун-тун. Отец? То есть Сигал? Для тебя генерал Сигал. Почему ты так выглядишь? Я словил пулю и упал в ржавое море. Потом приплыла акула и вцепилась в мою ногу. К счастью, приплыл кит и проглотил акулу, и меня заодно. Я бился с акулой в брюхе у кита, пока он не проглотил огромного ядовитого осьминога. И потом его вытошнило осьминогом, акулой и мной посреди моря осколков. Это объясняет твой запах, но не твое генеральское звание. Руфус, у твоего отца есть план, выслушай его. В отличие от всего, что ты испробовал, он даст результат. Я сейчас умру от любопытства. Мы собьем Элизиум с неба. Какая скукотища. Видишь, я... Что? Подожди. Что вы хотите сделать? Но вы не можете? И еще как можем. Док смастерил вот такую пушку, а штурмовый отряд Тони закрепился на органонском планетарном разрушителе. Я говорю, вы не должны, этого нельзя делать. Они же даже не знают о нашем существовании. Хочешь сообщить им перед тем, как они разнесут нас на куски? Ну да, такой был план. И что тогда ты тут делаешь? Это долго объяснять. Я здесь не только просто так, а еще спасаю Гоал. Вот так. И еще задерживаю отлет последней капсулы, пока мы все на нее не сядем. Это правда, он себя клонировал. Прекрасно. Как будто нам и без того проблем не хватало. Ты монстр. Я не монстр, Руфус, у меня есть предложение. Я хочу дать тебе шанс впечатлить нас своей спасательной миссией. Но... Нет, все в порядке, Тони. Пусть еще разок сядет в лужу. Когда последняя капсула уйдет без Гоал, у нас будет время взорвать Элизиум. Что скажешь, Руфус? Ты достаточно уверен в себе, чтобы принять мое предложение? Конечно, принимаю. Тын-дын. На нас напали повстанцы. А ну живо, все по местам. Ну и что дальше? Это у нас какой? Синенький. Так, что-то не то. Надо уходить, я так понял. Еще понять, куда тут идти. То есть что, не хочет вызвать стрельбу без предупреждения? Может, не туда куда-то свернул? А, стоп, что было? Вот. Грузовой транспортер. Вот туда надо. Вот именно. Отличная возможность сделаться незаметным. Но сначала надо избавиться от этого шматья. Ну ладно. Должно быть, это последний ящик. Грузотранспортер к спасательной капсуле можно выключать. Пойду посмотрю на ковбоя Додо. Зачем он это все говорит вслух? Ну ладно. Так и должно быть. Тут откуда ни возьмись, появляется Руфус. Но... Труба. Пошли в трубу.
решетка стока. Эй, а? Руфус, что ты делаешь тут внизу? А ты как думаешь, беру все на себя? Не смеши. Я пробился через половину штаба аргононцев. Ну и ты смог остановить Аргуса? Ну, я в процессе. А ты, получилось помочь Гуал вырасти? Ну, почти. Дай знать, если что-то будет нужно. От тебя мечтай дальше. Может быть, наоборот? Думай, что хочешь. Ну и что, теперь можно обмениваться товарами, типа, с этим? Ну, хорошо. Теперь внезапно красный Руфус, который тут. Надо передать снимок Элизиума. Зеленому Руфусу. А зеленый Руфус передаст его синему Руфусу. Вот так все сложно. А теперь синий Руфус. Заходит сюда и на бочку наклеивает изображение Элизиума. Чтобы что? Экспресс-доставка на Элизиум. За счет получателя. Угу. Хитрый какой. Залазит в бочку. И подозвать Опенбота. Что? Кто здесь? Hello. Эй, кто-нибудь есть? Кто бы мог подумать? Осталась еще одна бочка для отправки на Элизиум. Нужно быстро ее погрузить. Хотя я не вполне понимаю, зачем Бейлифу Элизиуму нужна полная бочка пиявок. Что такое? Так, что этому делать? Труба, труба, труба. Дело труба. Ну и где он? Алло? Где он пропал? А вот он, ёшки-матрёшки. Думаю, где он? Он внизу в водовороте. В водоворот! Ну ладно, держись, Галька, я иду. Гуали. Ну и чё? Опять, где-то я уже такое видел. Вот так. Да, это была точно самая последняя бочка. Бейлиф будет доволен. Нужно немедленно ему доложить. Отвратительно гнусь, фу. Но оно того стоило. Наконец-то я добрался до таможни. А заодно раз и навсегда излечился от застарелого зажирения крови. Итак, мой путь к людям... Чего? Кодом доступа чист. К чему там путь был? В общем, чист. А что у нас тут есть-то, собственно? У него даже и предметов нет. Вообще ничего нет. Ага, вот туда надо подняться, очевидно. Сейчас бы еще узнать, что это было. Что? Мне нужны коды доступа, ладно. Ага, это тот самый офис. Сейф, наверное? Нет, подождите, глянем, что с сейфом. Лучше туда не лезть, пока не узнаю комбинацию. Сработает сигнализация, так что ли он написал? Диктофон Аргуса. Так, посмотрим. Напоминание. Напомнить себе. Картридж в сейфе. Комбинация такая. Так, проще некуда. 4, 4, 3, 7. Непонятно. Вот дает? Все приходится брать на себя. Так, с этим покончено.
Теперь нужно нацепить эти нелепые тряпки и достать картридж. Ковбой да-да, ковбой да-да-да-да-да-да. Черт. Кажется, я попал в переплет и не достал комбинацию к замку сейфа. Типа спрятался. Ага. Ну? Ну вот, теперь я похож на трусливого пижона. Наверное, это часть плана, который, кстати, почти завершен. Мне осталось только изъять картридж из сейфа. Еще бы вспомнить комбинацию. Оппенбот? Вызывали? А, тревога! Оппенбот, ты кретин, это я, Аргус. Просто одел подходящий костюм для вторжения на Элизиум. А, тогда все в порядке. Ничего не в порядке. Какое может быть вторжение, если кто-то постоянно теряет мои вещи? На этот раз исчез мой диктофон. Вы ничего об этом не знаете? Ну, мне придется провести проверку памяти. Тогда чего вы ждете? Эта досадная мелочь ставит наш успех под угрозу. Ну что делать-то? Что-то не так. Диктофон. Берем. Нужно сделать все незаметно. А ну-ка, может, нажать на него надо? Ага, тут есть. Запись, проиграть, извлечь. Ну вот мы его извлекли. Картридж, мини-картридж. Так, а диктофон... Диктофон положить обратно на стол, что ли, так? О, я понял. Диктофон должен лежать прямо за вами на столе. Вы ржавоголовый тупица, я знаю, что он должен там лежать. Вы действительно думаете, что я... Оу, клянусь бакендебардами Улисса, мало-помалу схожу с ума. Неужели заразился от этого Руфуса? Вы свободны, Оппенбот. Спасибо, сэр. Текс. Да, а сейчас? Ничего нет? Странно. Не притворяйся, что ты опять сломался, мерзкий кусок хлама. Эй? Улё? Ответь мне. Ты слышишь? Отвечать! Алло? Ответь мне. Я понял, надо сказать. Как мы должны ему сказать? Как ему сказать? А, вот. Картридж, сейф и код я и д и от. Что за бред? В моем сейфе замок с цифрами. Я сказал я и д и от. Поправка. Картридж в сейфе, код 4437. Так и знал. Его ждет маленький сюрприз. Что за... Все в порядке, Бейлиф? По-вашему, это сигнал полного порядка, Оппенбот? Вырубите чертову сирену, быстро! Вы уверены, что это вы, сэр? Оппенбот! Ладно, ладно. Напомните, какая кнопка выключает сирену? Может, это? Или это? Ой, нет. Ой. Конечно, в таком шуме я не могу сосредоточиться. Ну, наверное, надо выключить. Не знаю, про то, чтобы выключить, ничего не было, поэтому пускай будет хаос. Так, лезем к окну. К окну. Сейчас он какнет.
Угу. Теперь он снаружи. Ага, все-таки надо прослушать. Картридж в сейфе. Комбинация 4473. А не 3-7. Как день рождения, Гоал? Хотя нет, там было 4-4-3-7 или 4-3-4-7. Короче, непонятно. Да какая разница? 4-4 и что-то еще. В точности, как день рождения, Гоал. Ну, это 7-3. 4-4-7-3. Надо, вот он, надо записать сообщение. У меня рождается идея. Картридж не в сейфе, он завалился за стол. Возможно, что-то так и получится. Ну, наконец-то. Вот правильная кнопка. Получилось, Бейлиф. Отлично. Сэр, могу я спросить, как вышло это недоразумение? Хотел бы я знать. Я уверен, что вел комбинацию верно, согласно записи с диктофона. А теперь надо убираться. Он сам убрался. Молодец. Если в данный момент вам не требуется моя помощь... Да, вперед, вы свободны. Картридж же в сейфе. Нет, он упал за стол. Да, это уже не в первый раз. Надо срочно проверить. Ну и что теперь? Наружу. Что-то дзынькнуло. Еще один зашел. Клитус. Если я не ошибаюсь, как же ему удается сбегать каждый раз? Каждый раз. Ну и что теперь? Как они друг друга будут сейчас, вот я даже не знаю. Ну, там еще окно есть, мы можем пройти туда. Залезть в кабинет. О, как он прикольно залез, видели? Так вот, как это... На тропических островах там такую палку ставят, проходят. Так, код я иди... О, не-не-не, тут же цифры. Проклятие! Как можно работать в таком шуме? Аппенбот! Почему эта чертова сигарена снова работает? Не знаю, Бейлиф. Тогда чего вы ждете? Выключите ее. Так, давайте. Следующая попытка. Какие там цифры? Ах да, день рождения, Гоал. 4473. Нет, не то. Не день рождения, Гоал. Ладно, все равно это был не день рождения. Хорошо, что я никак не запомню, когда у меня день рождения. Коды доступа, наконец-то. Валить отсюда. Ну, так я понял, что надо валить отсюда. Еще один повстанец. Взять его. Куда он скрылся? Куда кто скрылся? Здесь только что пробежал диверсант. Минутку, там кто-то есть. Эй, ты, выходи оттуда. Вылезай, или тебе помочь? Выходи, я сказал. Так, что нам делать-то надо? Убегать, да? Дурдом. Бейлиф, это вы? Конечно, я.
Займись своим делом, боец. Помоги своему напарнику поймать нарушителя. Есть, Бейлиф. Бейлиф. Все. Наступило время. Догадайся, что это значит, Руфус. Подожди. Другие двое. Что за... Кто-то кричит. А, это вылетел тот, который из трубы летел. Ай. Я не вовремя заглянул, не? Напротив. Мы как раз собирались нацелить пушку, чтобы сбить Элизиум с неба раз и навсегда. Что, прости? Это ты все испортил. Наоборот, второе я. Я объяснил ему, что в этом нет необходимости. Потому что ты можешь спасти Гоал, да? Считай, что все уже сделано. Ха-ха-ха-ха, вперед! Уверен, нас ожидает интересный номер. Не сомневайся. Смотри внимательно. Ну, даже не знаю. Давайте попробуем. Кислоту на малышку Гоал. Упс. Но... Сожгите их косы, отпилите им ступни. О, нет, не может быть. Это Донна? Я и сам вижу, что это Донна. А где Гоал? Это я без понятия. И почему у Донны цвет волос, как у Гоал? Гермес. Ха-ха-ха, браво. Вышло даже смешнее, чем я ожидал. Но хватит потешаться, нам еще предстоит сбить рай с небес. Док? Нет, стоп. Слишком поздно, Руфус, у тебя был шанс, но ты опять все испортил. Начинаем, док. Навести орудие. Прости, Руфус. У нас нет выбора. Никому из нас не хочется умирать. Довольно, открыть орудийные ворота. Как он так повернулся на ноге-то? Загадочно. Очень хорошо. Камера боеприпаса закрыта. Упс, чуть не случилось страшное. Стойте, этого нельзя делать. Неужели никто меня не поддержит? Что ты на меня уставился? А с чего мне тебя поддерживать? Ты уже доказал всем, что весьма и весьма убедительно, что другого выхода нет. Но он есть. Третий Руфус может спасти положение. Тин-тин-тин-тин. Так, где Руфус? Картридж. Коды доступа, наконец-то. Ну и что нам с ним делать? Так, это у нас какой? Синий Руфус? Ну, я не знаю, как его использовать надо. Да я понял. На себя, что ли, использовать? На кнопку использовать. Что-то пошло не так. А, на спасательную капсулу использовать. Во. Это мне ничего не даст. Для этого нужны коды доступа. Да ладно. Куда его использовать? Что-то с синим Руфусом. Даже не знаю, где-то может... Как его? На что использовать? Куда мы можем отсюда прийти? Да никуда, по сути. Ну, наконец, вот она, последняя спасательная капсула на Элизиум. Какой вид? Ну, это я понял. Может, нам что-то кто-то передать должен? Не может, да? Вернуться обратно? А обратно нельзя вернуться.
Ну и да ладно. Ну что, не на бочку же ее использовать. Тут ни на что ее не использовать-то. Может, это глюк какой-то? Ну что-то же должно быть тут. Кнопка есть, кнопка есть! Вот кода. Ну, наконец-то. Попридержи коней. Ты правда решил смотаться без Гоал? Гоал в безопасности. Вижу, ты не в курсе последних событий. Приведите девчонку. Тын-тын. Гоал? Ты снова стала прежней? Но как ты здесь оказалась? И где другой Руфус? Не понимаю, о чем ты. Что ты имеешь в виду? Какая разница, что творится в его воспаленном мозгу? Гоал не умирала. Действительно был несчастный случай с роботом-дознавателем. Но, разумеется, нам удалось спасти ее. Мы сбросили за борт робота. А другая женщина — это Донна? Гермес. Итак, раз мы все выяснили, передай мне коды доступа, или твою подружку сбросят с башни. Да не может быть. Ее труп сбросили с крейсера вместе со мной. Похоже, у тебя галлюцинации. Ой-ой-ой. А теперь ты послушай меня, я знаю, что третий Руфус еще на свободе. И что? Он все еще может исправить. Ты всегда так говоришь. Но до сих пор тебе не удалось ничего исправить. Пойми, наконец, он тоже облажается. Так же, как и ты. А теперь проси прощения, и тогда мы, наконец, продолжим. Извинения? За что? Ты действительно не знаешь? Не понимаешь, что творишь со своими друзьями? Снова и снова и снова и снова? Можно сейчас без этого обойтись? У нас и без того куча важных дел. Нет. Он должен усвоить урок. Так что, Руфус, мы ждем. Ты всего лишь пытаешься унизить меня. Не пытайся выкрутиться. Пора принять ответственность за свои поступки. Начинай. Мы ждем. Все это случилось, потому что ты меня плохо воспитал. Опять ты за старое, ищешь виноватых. Теперь ясно, что ты полностью совершенно не способен ничему научиться. Ты навсегда станешь неудачником, каким был в детстве. Я не неудачник. И я очень способен к обучению. Докажи. Вперед, извинись. Мы ждем. Я только хотел помочь. Отговорки мне не нужны. Ты хотел помочь только самому себе. Я основал сопротивление, если кто-то забыл вдруг. И я очень способен к обучению. Не так все было. Ты лишь пытался впечатлить Гоал, чтобы она взяла тебя с собой на Элизиум. И сейчас... Когда ты уничтожил, ты не можешь признать свой провал. Япония взорвется, а ты так и не поймешь, сколько страданий всем причинил. Что ты на него так насел? Он не виноват, что органонцы хотят взорвать Японию. Может и нет. Но для него важнее гнуть свою линию, чем спасать планету от уничтожения. Да все совсем не так. Докажи. Вперед. Извинись. Да не буду я ни за что извиняться. Еще как будешь. Я оборву тебе уши, если понадобится. Неужели он заслужил такое обращение? Мы все видели, он напортачил. Но зачем так его мучить-то теперь? Я хочу услышать это от него. Давай, Руфус. Извиняйся, мы ждем. Ну, значит, подождем. Третий Руфус все исправит. И когда он победит, вы сможете извиниться передо мной. Ах, ты проклятый. Проклятый. Сигал, что ты делаешь? Это зашло слишком далеко. Опусти оружие. Да, только он об этом как раз и мечтает. Мне достало, что этот мерзавец водит меня за нос. Я требую извинения немедленно. Громко и четко я сказал немедленно. Ой-ой-ой.
Так, ну ладно. Это вот он во всем виноват. Что? Это неправда. Это его вина. Да ты в три раза больше виноват, чем это, и на этом точка. Это нечестно. Честно. Молчать, извинись, наконец. Вы оба. Мой палец может соскользнуть. Так. Ну давай, застрели меня. Тогда все увидят, кто здесь злодей. Ты скорее умрешь, чем признаешься, да? Как хочешь. Давай уже. Извинись. Он перевозбудился. Сделайте что-нибудь. А что мы можем сделать? У него оружие. Давай, Руфус. Почему бы не извиниться? Просто покончим с этим. Окей. Ладно, ладно, я извиняюсь. Что? Почему ты это сделал? Поверь мне, мы должны извиниться. Тебе в глаз что-то попало? Вы двое уже начинаете выводить меня из себя. Я тоже? Но почему я? Это ведь он во всем виноват. То, что случилось с Гуал, на его совести. Да, точно, и к тому же... Он давал котам дурь. Что? Он оскорблял незнакомых людей. Он украл все, что было не приколочено. Он... Давай дурь котам. Ну, это он же говорил. Повторяется. Он утопил золотую рыбку Тони. Не сосчитать, сколько он устроил пожаров и взрывов. Так, но в это время надо... Пока он все там что-то говорит, надо вынимать... Эй, руки прочь! Вот я об этом и говорю. От него одни проблемы. Он оскорблял незнакомых людей. Я сказал, убери руки! Видите, это он виноват. Из-за него растаяли полярные льды. Из-за него в средние века была эпидемия чумы. Это он разбил катер Бозо. Довольно! Хрусть. Не надо. Беги. Так он же шмальнул по нему уже. Ай-яй-яй. Ну что ты решил? Отдашь мне коды или нет? Не отдавай ему коды. Но тогда он сбросит тебя с башни. Главное, что один из нас попадет на Элизиум. Ни за что. Тогда у меня на совести снова будет твоя смерть. В последний раз мне это очень не понравилось. Что ты такое говоришь? Мы закончим сегодня или нет? Я мог бы уже давно сделать себе копию картриджа. Что? Ты серьезно думал, что я не сохранил эти данные? Это называется резервное копирование, чтоб ты знал. Что ж, я давно спрашивал себя, какой станет твоя последняя роковая ошибка, Руфус? Кажется, теперь я знаю. Эппенбот, сбросить женщину с башни. Но... Меньше слов, больше падающих женщин. Нет. Но. Ну, наверное, тут выбор невелик. Вниз, конечно. У-ху! Брось это спасать. С Эппенботом. Почему с Эппенботом? Потому что... Так вот. Ага. Сюрприз! Мазахакер. Хотел сбежать от меня? Зачем? Чего ты хотел добиться? Я не знаю. Выиграть время? Время? Для чего? Я уверен, что у третьего Руфуса есть план. Да ты как маленький. Смирись. Руфус третий тоже все провалил. Я не веду себя как ребенок. А да, а вот и ведешь. А вот и нет. А вот и да. А вот и нет. А вот и да. И долго мы так будем. А вот и нет. А вот и да. Руфус третий не облажался. Тин-динь. Что это? Радионяня звонит. Алло? Я облажался! А, ясно, спасибо. Звонил Руфус, говорит, что облажался.
Что это пролетело? Уа! Что это пролетело-то? А, не понял, но что-то пролетело. Это... Да, ладно. Это был синий Руфус, и это он прилетел. Короче, я так вижу, тут можно только сюда залезть. Here we go. Поехали. Hey, hey, what's в чем дело? Idea? Ну и чё, какие вопросы? Он не хочет что? Рана, газ. Hey. Hey. Чё не так-то? Пораня его. И теперь-то больно же. Я же сказал, я веду. Теперь смываемся. Да брось, не мучай себя. У нас еще остались дела. Боюсь, тебе придется доделать их без меня. Я не могу присутствовать. Что ты там бормочешь? Конечно, сможешь. Ну, нет, извини. Все-таки он меня прострелил. Ты снова сам по себе. Обещаю, что спасешь Гуал и Японию, и обещай добраться на Элизиум. Сделай это ради меня. Держись, ты справишься. Нет, слишком поздно. Тьма наступает. Только не засыпай. Ты слышишь? Только не сдавайся. За меня не волнуйся. Со мной все будет хорошо. Главное, чтобы на том свете не заставляли чинить прессы. Не оставляй меня. Ты без меня справишься. Ты всегда и всего добивался сам. Все равно было бы неловко делить лавры. Я не справлюсь без тебя. Еще как справишься. И в глубине души ты это понимаешь. Я в тебя верю. Я люблю тебя. Да я знаю, я такой же классный. Прощай, Руфус. Нет! Ты скоро закончишь? Не хочу показаться бесчувственной, но у нас остается несколько огромных... Видимо, это все. В конце концов, тебе удалось всех угробить. Пушка была нашей последней надеждой, а теперь она заткнута. Мы все умрем! И в этом виноват ты. Большое спасибо, Руфус. Прекрати! Вам всем должно быть стыдно. Вы серьезно хотите свалить вину на Руфуса? Где бы вы сейчас были бы, если бы не он? Скорее всего, дома в Куваке или на плавучем черном рынке. Все занимались бы своими делами, и вы бы даже головы не подняли, когда бы бомбардировщики разнесли бы вашу планету. Это он привел вас сюда. Он сражался за вас и вашу планету, несмотря на вашу ненависть. У него было много шансов улететь на Элизиум со мной, но он этого не сделал, потому что отказался жертвовать Дипонии ради собственного блага. А теперь он делает то же ради Элизиума, а вы проклинаете его? Гол! Ты жива! С тобой все в порядке, ты жива! Но? Как? И где ты была? Долго объяснять. В конце концов, Аргус сбросил меня с верхней подъемной станции. И Руфус, ну, один из Руфусов, прыгнул за мной. И поймал меня перед тем, как я ударилась об землю. А потом он потерял управление летучим роботом и разбился. К счастью, я мягко приземлилась на ларек с лавашами. Можно было тебя прервать, да? Несмотря на счастливое воссоединение. Привет, Гуал. Мы все равно погибаем. Или ты забыла? Оставь их, Тони. Это не имеет значения. Мы больше ничего не можем сделать. Я отказываюсь в это верить. Должен же быть какой-то способ. Что вы на меня смотрите? Я надеялся на пушку. Думаете, я бы стал связываться с пушкой, если бы были другие методы?
Если вам нужен план, нужно спросить Руфуса. Вот, он у нас по планам главный. Ты это серьезно? Прощай, жестокий мир. План Руфуса. Ну, док, я даже не знаю. В последнее время у меня было столько неудач, просто вот... Конечно, у Руфуса есть план. Что у меня есть? План. Что ж у тебя еще есть-то? Блестящий, гениальный, супер-дупер план. Лучший план из всех. Начинается на букву П. Ты-дын. Ну ладно. Так, что нам надо сделать-то? Ручка. Угу. План. Пишем план. Сейчас будет вам план. Соберись, Руфус, ты в своей стихии. Ты супер, супер, супер. Нет, ты не такой. Ты все испортил. Сигал был прав. Подъемник уехал. И депония разлетится на куски. Никакой план тут не поможет. Ну, такое что-то. Может, что-нибудь ты придумаешь, док? Нет, Руфус, мне жаль. Ты был прав. План сбить Элизиум сам по себе был полным безумием. Но орудие сейчас все равно закупорено танком. И я в полном тупике. Но ты должен что-нибудь придумать. Это ты у нас настоящий механик. Ошибаешься, Руфус. Возможно, я более аккуратный, точный, надежный. Более умелый, возможно, я гораздо умнее тебя. Но сейчас не время для разумных мер. Если бывает момент для безрассудных и отчаянных поступков, то сейчас, да, именно он. Да, он прав, Руфус. Ты сможешь. Сейчас только безумец может нас спасти. Дело за тобой. Точно. Нам нужна очередная безумная выходка Руфуса. Нужен самый абсурдный план, который ты только можешь придумать. Да, не больше и не меньше, чем... маневр века. Ну, ладно. Так-так-так, подумаем. Надеюсь, он там не пишет слово «матершинное». Он умеет писать? Он нарисовал солнышко? Человечка? А почему нет? Попробовать можно, что мы теряем? Ну ладно, это лучше, чем ничего. От твоей маяты никому легче не станет. Парик слегка обгорел, ну и что? Радуйся, что хотя бы костюм уцелел при падении Оппенбота. О да, ура. Как мне удалось стянуть тряпки с собственного трупа? Я едва сдерживаюсь, чтобы не запрыгать от радости. Тебе не кажется, что сейчас не время превращаться в идиота? Все нормально. Как по мне, мы можем отчаливать. Тогда вперед на Элизиум. Че, может, что-то нажать? Зажигание. И поехали. Ничего не происходит. Ты проверил провода? Я думал, док с этим разобрался. Все, приходится делать самому. Фух, хоть немного воздуха. Можете немного подвинуться. Чья это рука? А ну тихо там. Руфусу нужно собраться. Дипонианцы. Можете проверить, никто там не стоит на кабеле. И не я. Нет? Наверное, опять ты, Мук. Не топи, женщина. Может, ты, док? Я знаю. Я вообще не чувствую ног. Кажется, это я. Это не кабель, Барри. Стой, кажется, я нашел проблему. Нужно только как-то поднять этот мешок с песком. Это я. Ну, сейчас должно сработать. Спасибо. Ну все. Да ладно, эта глава кончилась. Прошло 10 лет, а она уже кончилась. Так быстро.
Последний маневр оказался не более безумным, чем любой другой план. Это случай, удобный обдумать подробно. Событие — все, на что мозг авторам дан. Могу точно сказать, что способов мир спасать у Руфуса, мягко говоря, неказист этот способ, да. Все в трубу пролетело, полетело, и парень наш смелый опускается глубже, чем любой аквалангист. Анархист на дно! Типа того. Ну и чё? По итогам... Это капсула, да? И они в нее такие ударились. Ой. Вот что мне тебе нравится. Ты всегда находишь места для парковки. А нельзя было припарковаться в тени? В следующий раз ты садись за руль, а я напьюсь. Интересно, почему до сих пор не врубились сирену? Кажется, они нас игнорируют. Используй это. Если не вернусь через 10 минут, подожди еще 10. О как. Фух. Ну что ж, как-то вот так. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До следующего эпизода.